Рад всех поприветствовать, друзья. Небольшая заметка на тему повышенной влажности в гараже. Не обошла меня данная беда стороной, и проблема повышенной влажности очень остро возникла на повестке дня. Повышенная влажность в помещении достаточно плохо сказывается на сохранности кузова автомобиля и также, соответственно, на всевозможном оборудовании, которое находится в гараже. Если оборудование плохо защищено от коррозии, то, соответственно, появляется проблема с ржавчиной. Это можно наглядно видеть на проставках от подъемника. Вот к чему привела повышенная влажность в помещении. Буквально в течение недели у меня образовалась на проставках вот такая вот жесткая ржавчина. Ну, это также говорит о том, что и качество антикоррозийного покрытия на проставках плохое. То есть все мои новые проставочки от подъемника тут же начали ржаветь. Данный факт меня очень сильно озадачил. В том числе форсовские пассатижи, которые тоже начали ржаветь от повышенной влажности. Методы борьбы с влажностью у нас, в принципе, какие? Это проветривание помещения, но в зимний период времени это энергозатратно, так как приходится терять драгоценное тепло. И второй вариант, который я выбрал на данный момент времени, это осушитель воздуха. Долго я думал, как мне с этим всем бороться, и все-таки пришлось раскошелиться и купить себе именно отдельно осушитель для воздуха. В таком виде он выглядит. Это осушитель фирмы Балю. Модель у него BDH35L. Буквально за пару дней работы данный осушитель сотворил чудо. И влажность в помещении у меня резко снизилась. Это наглядно видно по воротам, которые у меня сейчас в данный момент в сухом виде. Также это хорошо видно по железной металлической входной двери, которая у меня не покрыта конденсатом. Раньше, до применения осушителя воздуха, здесь у меня образовывалась очень большая влажность и все это каплями стекало, и здесь перед дверью была всегда лужа. И также полностью у меня иногда было покрыто конденсатом окно. Сейчас, как можно наблюдать, оно абсолютно сухое. На улице порядка минус 15 градусов. В помещении лишней никакой влажности у меня не наблюдается. Поэтому, друзья, я вам порекомендую, если проблема такая у вас остро возникла, наверное, придется разориться и приобрести себе данный осушитель. Все-таки он проблему частично, может быть, не 100%, но закрывает. Я метался между мобильным кондиционером, кто-то советовал приобрести, но в итоге все-таки я выбрал профессиональный прибор, ну полупрофессиональный в данном случае прибор для именно осушения воздуха. То есть никакую другую функцию он не выполняет, он чисто работает на осушение. У него есть встроенный бак на 8 литров воды. Также, если вы не хотите бак периодически опустошать вручную, здесь есть специальный слив, подключается трубка, и трубка отводится в сточные воды. Тогда он в автоматическом режиме просто будет бесконечно работать, пока полностью не осушит воздух. Работает он в автоматическом режиме. Здесь можно задать параметр влажности в помещении 35%, который он будет поддерживать. Здесь он показывает температуру воздуха на входе. Вещь неплохая, пока она работает. Работает она на данный момент, на мой взгляд, хорошо. Проблему по влажности я считаю пока на данный момент закрытой. Если будут какие-то новые мысли у меня на эту тему, я вам данную информацию доведу. Процесс по вентиляции у меня пока в стадии разработки. Решил я зимой не заниматься вопросами вентиляции, потому что
холодно и тепло терять не хочется. Поэтому с влажностью мы на данный момент боремся методом осушения воздуха с помощью данного устройства. Спасибо, друзья, всем за внимание. Всем я желаю удачи. И для тех, кто столкнулся с проблемой повышенной влажности в помещении, я рекомендую все-таки приобрести осушитель воздуха. Пока ничего лучше мне найти не удалось. Всем счастливо, до новых встреч!